И что характерно, здесь же левый сектор. Коммуняки получили то, что хотели. Вот, все, окна разбиты. Русский мир. Русский мир. Каждый дом. Они еще говорили, чтобы отвезти на 15 километров артиллерию. Да, тут они просят, чтобы мы отвели на 15 километров артиллерию. Чтобы можно было в упор. Чтобы можно было заехать, да, и прячь. Разбитые окна. Посечены. Ларьки. Разбитый ларек. Где пацаны, снаряд. Да. Так капец, такой сектор накрыло. Да блядь, пидорасы, блядь, сейчас везде ковыряют. Говорит, 2 града там упало. Один забрали, вторую отковырять не могли. Где град? Домик град? Капец, там, блядь, жилой дом прилетело вообще, прям в этажи. Нет, да. Там, наверное, вот я на Станиславской, я же там живу, когда обстрел начался, хуярик. Ебать, мы там как попадали под... Слушай, ну это уже, блядь, полдела. Больше, чем полдела, что живые. Пацаны приехали, один забрали. А второй, говорит, не нужно выковырять. Да. Кассетка. Один забрали, а второй, говорит. А вам газовые нормально? Ну, видишь. Он пустел. Ну, вот владелец дома. Сколько конторы зовет.
задание. Вон труба. Труба настолько зарыла, что ее даже не видно. Собственно, осколки.